Сергей, прибываем в Иркутск через 10 минут. Спасибо. Здесь открывается прекрасный вид. Это река Ангара. По легенде, красавица-дочь Ангара убежала от своего отца Байкала к возлюбленному Енисею. Отец хотел догнать свою дочь и бросился за ней в погоню. Снова паника на Уолл-стрит, рынок акций ко дну стремится, и какой-нибудь мистер Смит, бросив Бентли, пошел топиться. А на севере штата Мэн хмурый докер угрюмо скажет: снова ждать повышения цен из-за этих барыг продажных. Мужики, сегодня на завод к нам приехал известный фотограф Сергей Трофимов. Странная нынче суть бытия, в моде рвачи и воры, а я плавлю сталь, я строю города, я выпекаю хлеб и шью одежду людям, я соль земли, я человек труда, я тот простой народ, который есть и будет. Не расколот шипами роз, кем-то брошенных ненарока, предложение рождает спрос, поощрение людских пороков. Ради прибыли годно все, ради славы сойдет любое, яйца гусь и петух снесет, баба явится с бородою. Жить интересней день ото дня, только похоже не для меня. Я плавлю сталь, я строю города, я выпекаю хлеб и шью одежду людям. Я соль земли, я человек труда, я тот простой народ, который есть и будет. Деньги ради самих себя, как смертельные метастазы, губит в обществе не щадя. Ты это совесть, добро и разум. Кто-то прячет лицо в тени, бойко скармливает им души. Хочешь чудо, бабла гони, хочешь жизненные деньги скушай, но в небе солнцу не приказать. Кто-то очнется, чтобы сказать: я плавлю сталь, я строю города, я выпекаю хлеб, шью одежду людям. Я соль земли, я человек труда, я тот простой народ, который есть и будет.